Неожиданно продюсер Игорь Матвиенко оказался в центре скандала. Создатель песен «Тополиный пух», «Про любовь», «Ты узнаешь ее» и других хитов нулевых предложил перенять опыт китайских коллег и запретить хип-хоп в России. По словам Матвиенко, сегодняшний рэп развращает новое поколение слушателей. Песни, в которых воспеваются наркотики, секс и красивая жизнь, очень беспокоят отца пятерых детей. На заявление продюсера ответил рэпер Птаха, виновник нашумевшего батла с Гуфом. Он уверен, Матвиенко просто не может смириться с тем, что его проекты уже неинтересны молодежи. Птаха посоветовал Игорю Игоревичу заняться своей работой и пожелал настоящих хитов. И, кстати, сделал это без мата.